Ничего страшного в этой мере не вижу. Люди сюда едут зарабатывать. Меньше всего они волнуются о своих правах. Они, приехавшие из Средней Азии, вообще слово «права человека» никогда не слыхали и выговорить не могут. Поэтому такой проблемы реально нет. Проблема есть другая. Нужны рабочие руки, низкоквалифицированные в России, или не нужны? Я считаю, что правы те экономисты, которые говорят, что низкоквалифицированные рабочие руки в России нужны, потому что никто из коренных жителей России не рвется мести улицы, заниматься тяжелым физическим трудом и так далее. Кроме того, мигранты нужны пенсионерам. Пенсионеры сдают квартиры, имеют с этого деньги. А с другой стороны, во всех странах есть ксенофобия, у нас она более сильна, потому что у нас вообще более грубые нравы. И сами эти мигранты, как правило, плохо говорящие по-русски, бедные, неважно выглядящие, вызывают раздражение. Ну вот думай, крутится, пытается как-то и рыбку съесть, и на избирателя посидеть. Ну вот, значит, принимают законы, которые реально, конечно, миграцию не ограничат, но, а все-таки мы им в компот наделали, и то приятно. Вот примерно такая логика, по-моему. А вот если реально к нам мигранты перестанут ехать, например, многие узбеки очень хотят уехать в Корею, там на государственной основе открытая, честная у них работа, то кто у нас будет дерьмо за нами подметать, я плохо понимаю.